Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холла-болла! Ну вот и свершились по многочисленным просьбам. Данил, а когда будет диалог и Свен? Данил, ну когда будет дел фирма? И когда будет HP фирма компьютерная? Будет, а да, сборочка. Хочется выразить большое спасибо подписчикам, которые поддержали меня каналом, лайком. И посмотрим. А самое главное, у меня больше средств, чтобы снимать картинки и не тратить деньги на эту хрень. И я не могу тестировать этого. И периодически я разыгрываю целый ПК Дженниуса. Но не будем отвлекаться от темы. Предлагаю на Юле и на Авито покупать даже самые колонки и снимать так же. Да, и еще не забыл кое-что сказать. Да, и если ты еще не подписался на наш канал, то обязательно подпишись на канал. Заходи в Инстаграм и на Фейсбук. У нас тут кучу всего интересного, когда покупка написана продавцу и позвони. Сейчас мы разберем с вами эту характеристику. Характеристика — это довольно-таки неплохая вещь. Genius SPG 16 стерео, мощность 16 ВТ, 20 ГЦ и 20 КГЦ. Материал колонок пластиковый. Питание от электрического тока идет. Ну, они стоят колонки SPG-16 350 рублей с чем-то. А закончился там артикул А 0035 804. Гарантия 14 дней. В состоянии БУ. Колонки здесь так же, как и я вам рассказывал про М16 колонка, там тонна, 3D и разъем для наушников. Ну, такие довольно-таки выглядят не классно, как К16 и
16, так же как и модель там E450. Ну, это в дальнейшем мы будем рассказывать. Спасибо за подписку, спасибо за лайки, ставьте, за рассказывание колонки. Дальше я забыл кое-что сказать. Заходите на Facebook, лайкайте меня. 10 лайков. Давайте, всем пока.